Смотри, вот какой-то пришел. Хочешь вот тут фоткаться? Какая пешоровая. Нормально. Блин, проход какой-то-то. А я ключево не знаю. Человек не проходит тут. Какое-то окошко. Будет для вентиляции? Я не знаю, короче. Тут это было не просто стекло, а это кирпичи. Блоки стеклянные. Экс. Такая старая, заброшенная. Вот. Фига себе, блин, темно как, да? Сквозняк бешеный. В принципе... Смотрите, вот в Инстаграме вы вот спустились немножко. Вот так вот, что увидите вы в моем Инстаграме. Вообще шикарно. Вау, блин. У тебя там тема. Блин, как это, туннель, да? Ну-ка там посмотрим, что там. Вообще туннель. Тут, походу, бухают, все разобрали. А сверху вот такая зараза. А прикольно смотрится. Ага. Вот так бы сверху взять, залезть, сфоткаться. Иди, блин, смотри, разваливается прямо. Очень залезать. Страшно-то как. Ведро какое-то. Ну, Вася, особенно ничего такого нет, все пусто. Пусто, да. Это, знаешь, что, ну, типа гаража, что ли? А, возможно, возможно. Какой-нибудь военный или какой-то... Даже склад какой-то был, что-то такое. Ну уж не склад, 100% не склад был. А что за круг? Не знаю, сейчас поближе подойдем, посмотрим. Что же это за круг? Блин, а между прочим, чисто, да? Вентиляция. Вентиляция? Не смотрится. О, как лампа, да? Как лампа. Может, бункер? Может, бункер какой-нибудь? Да, смотри, как классно выглядит. Бункер. Уже старый бункер. Блин, кто-то почистил, серьезно? Тут, я недавно приходил, тут мусорно было. Может? Да. Я уже давно хотел тут этот видосик снять для моих зрителей. Тут типа тамбура. И тут чисто. Офигеть. Вот тут шашлык варили мы недавно. Вот тут шашлык варили, да? Ну как недавно? Жарили. Жарили, варили. Вот такие темы. Тут вообще капец. Трава выше людей. Вообще как не делать. Это какой тем прикольный, что? Чего? Тебе в телефон можно... Ага. Можно ставить, ну, пароль на папке, чтобы наш на свой отпечаток пальца. Я только сегодня это сделала это. Да? А я не знала, что можно. Защищать папки можно. Фига себе. Люди, какие у нас два одинаковых телефона? Мы не договаривались. У нас просто цвета разные. У него серебряный, у меня золотой. Мы не договаривались, мы просто приехали. А я новый телефон, я тоже. Да. Заебись. Да, нормально тебе фраза. А меня сегодня фраза меня. О, окошко. Помнишь, что не меня снимать надо? Да. Да ладно, и тебя можно поснимать, что тут такое? Ну, тебе же не просто. Вот, смотри, интересно тоже, да? Я бы так могла окошко посмотреть. Ну, иди той стороны. Мой фотосет будет делать? Да.
Сейчас, короче, видео закончим и будем фото делать. Если вам нравится, что я снимаю в этих видео, лайки, много лайков и подписки. Много лайков и подписки. Ок. Я же Зоя! Зоя, Зоя. Прыг-прыг! Зоя, прыг-прыг! Я же Зоя! О, бля, что нашел? Твоя, что ли? Нет. Зоя тут осталась. Фу, как-то, бля. Тут крапива выше людей. Да. Что это? Что можем сказать? Это другой. Короче, да, подписки. Подписки, да. Лайки. Подписывайтесь ко мне на Инстаграм. Да, ссылка будет под видео. Там, где мы бываем, где видео снимаем, там обязательно будут фотографии. Фотографии, лайки. Между прочим, там офигенные. Лайки, лайки, взаимные подписки, да. Лайки. Надеюсь, вам нравятся такие видосы на такую тему. Во-во-во-во-во. Вот ты, вот ты как раз смотришь нас, ты вот обязан подписаться и поставить лайк. Да. Ты обязан, ты, блин, не мотай головой, ты обязан. Обязан. Ты посмотрел. Значит, будь лайк и подписка. Будь приличным человеком, поставь лайк и подпиши. Мы же стараемся, разъезжаем тут. Да. Топливо тратим, бензин тратим. И нервы тратим. Да. Все, короче. Давайте. Bye.